Всем привет! Сегодня нас ждет психбольница Arkham Asylum. Шучу, Луксо Этерна какая-то. Да-да-да-да-да, здесь что-то было. Не понимаю, какие у него могли быть проблемы со сверстниками, когда он такой крутой. Я была тут или нет? Наверное, да. А может, нет. Целых 4. Это нереально. Ну ладно. Все, идем в психбольницу. Я понимаю, как я могу туда попасть, но как туда попадет девчонка? О, я это уже смотрела, ну. Да? Окей, не отвлекаемся. Да. Психбольница. Единственное место, где тебя пытают ради твоего же блага. Если опыты врачей увенчаются успехом, для них же будет лучше. Если пациент потеряет память и забудет о лечении. Готово? Расслабься, мы уже не на кладбище. Ага, мы в психушке. Намного лучше. Ну да. Хотя тому, кто болтает с призраками, тут самое место. Ты пока не спятила. Идем. Ладно, я помогу тебе войти, но... Что но? Слушай, если мы собираемся спросить Айрис про договор... Это должен сделать живой человек, так? Вот и не забывай, кто тебе дверь открывает, умник. Да-да. Давай, вперед. Нам нужно выяснить номер ее палаты. Привет. Не подскажете, я ищу подругу. Сейчас неприемные часы. Да, но ее увезли копы. Ну вот к ним и иди тогда. Да, я ходила, они сказали, она может себе навредить. Не могу помочь. Ладно. Поговори с ней еще. Попробуем понять, про что она думает. И посмотрим, что у нее на столе и на мониторе. Ты
Предположительно, это мужчина крупного телосложения. Очевидно, привычный к насилию и жестокости. Его прошлое наверняка было ужасным. И именно оно в итоге привело к полной потере личностной идентификации. Котятки! Не думаю, что котятки помогут. Почему нельзя посмотреть в монитор? О. Кому ребенку вон? Вон Тома, да. Все, теперь я могу. Сынок, сижу вот и думаю, как ты там без меня? Только ты у меня и остался. А у нее, может быть, только эта подруга осталась. Прости, я знаю, это тяжело, когда ты за кого-то в ответе. Как зовут твою подругу? Айрис Кэмпбелл. Да, твоя подруга Айрис у нас. С ней все будет хорошо. Спасибо. Большое спасибо. Подожди немного сейчас. Мне только нужно посмотреть на монитор. Электрошоковая терапия. Ужас какой. Почему не подскажу? А, где? Она в палате 216. Джой, нужно скорее ее найти. Ей назначили шок. Что тут? Так, подожди. Детка, путь свободен. Подожди, я еще похожу. О, что мы собираем? Теперь смирительная рубашка. О. Райта? Колокол из Филадельфии. Помню серию из Нации Z про этот колокол. Men's World, Women's World. Да, в любом случае, идем. Разница все равно не в одном. Почему тут одни газеты читаю?
мы верить немного? Нет ли тут опасных штук? Ладно. Камера, вон там. Да подожди ты. Пошли. Где камера? Нет камеры. Все, иди. Уайрис через 15 минут. Шоковая терапия. Это когда по мозгам током фигачит? Да-да-да. Да уж, лучше не скажешь. Пошли. Она была в психушке? Еще одна камера, отключай! Вот тут что-то есть. Это. Мыши могут пролезать под дверями, забираться в трещины. Все дело в концентрации и дисциплине. Потренироваться время есть. А что, если я позаимствую вертолет и оставлю записку? Ходи сквозь трещину. Видишь камеру? Подожди. Я не такая невидимая, как ты. Выручай. Тут должно что-то быть. Должна что-то быть. Нет, тут нет ничего. А, где камера? Иди давай. Тут нужно принять во внимание то, что отец миссис Гвин впадал в ярость, если она мешала смотреть по телевизору его любимые спортивные соревнования. Я не понимаю, как это может быть связано... Любое проявление гнева, и особенно со стороны мужчин, для нее является триггерной точкой. Я понимаю, что пациенты, а тем более те, кто заторможен действием лекарств, могут раздражать. Но, тем не менее, вы должны быть очень осторожны. Но ведь она... Я даже не знаю. Психолог. Чем это тут занимались? Когда-то. Почему они все с открытыми дверями? Мой великий проект скоро стартует. Эти огни. Если... О боже, эти псих. Огни. Жуки ползут и ползут по стене. Никто не хочет от них избавляться. Но и я больше не буду их давить, ведь тогда эти слепцы свяжут меня. Невероятно, они связывают меня. И почему? Просто потому, что не видят жуков. Над ней поработал газ пугал. Хватит этого. Врачи занут, таблеток, ножей. Возвращаюсь в свою хижину прямо сейчас. Ну, я не вижу, что кто-то держит.
сюда, в эту сторону. Вы какая грязная, у вас ванна в вашей психушке. Эй. А ну уходи. Ты что такое? А ну уходи. Ну ладно. Снова твой выход. Чтоб тут пройти, я должен в тебя вселиться. А я... Как я это ненавижу. Ну тогда сама иди. В смысле, без меня. Ладно. То есть я не могу через нее даже перепрыгнуть? Печально. Не знаешь, что это за руки? Заблудшие души, наверное. То, во что превратились, если тут застряли. Или не двигались дальше, как ты. Стой! Нет, нет! Что делать? Так, иди дальше. Иди в палату Айрис. Нет, нет. Давай, пойдем вместе. Джой, выбора нет. Я разыщу тебя, как только что-нибудь придумаю. Иди. То есть... Да. Очень познавательно. Не нравится мне это место. А! Ёлки ж, палки ж. Привет, Китти. Китти, Китти, Китти. Что тут? Много всяких проходов. Ой. Забываю, что нельзя прыгать. Что у вас за психлечебница такая? А. Что это было? Оу, щит. Спуститься.
покинуть тело я здесь не могу. А, ну, да. Фух. Почему я вот этого не вижу? А, в смысле, когда они, когда их ничто не закрывает, мы их видим обычно. Так, мне сюда, с той стороны. Что делать? Попробуем начать с другого. Никаких птичек, ничего. Только одна птица. Только одна птица. Пробуем. Не могу дотянуться до этой птицы. Thank you.
Так, кнопка опять. Да, и только с этого расстояния могу отвлечь. Прекрасно. Плохая птица. Это же такое. Так, кто тут сидел? Что это? Это вовсе не мое. Где я? Ты здесь работаешь? Прояви милосердие. Не могу помочь, прости. Это твое сердце? Похоже на курицу. Какая курица? Похоже на курицу. Странные штуки, которые я вообще не понимаю. О, я знаю такие места. Здесь при всех. При интернах, или как они это называются, проводят различные операции. Что-то... А, там крыльца. Вот что есть. Так, это мы обошли, так? Ага. Всего одна осталась. Эй, Ронан, ты про меня забыл, что ли? Ну, я был занят. Читай давай. Придет время, и с каждого из нас спросят по всей строгости. Я нашел ее. Нужно привести сюда Джои. Какие рисуночки странные. Колокол. Ты опять застряла, да? Тоже камера?
меня отдал. Юдс меня отдал. Юдс меня отдал. Юдс меня отдал. Проклятие. Мы с тобой боялись электрошока, но, похоже, уже поздно. Не говори так. Ну ладно, иди попробуй вытащить что-нибудь из этой невменяемой. Я хочу помочь. Не трогай мою сестру! А, я не буду трогать. Не подходите! Опа! На себе она линяет. Круто. А, кажется, этот знак я знаю. Я его уже видела. Где? Я не помню. Может, в мамином досье? Плохо читаешь. Я точно такое где-то видела. Этот означает защиту. Стой! Договор? Она все помнит. Она соображает. Извини, малышка. Может, и зря я тебя сюда привел. Что за хрень? Она меня как-то выкинула? Ладно. Посмотрим, есть ли объяснение тому, что стало с этой девочкой. Котейка. Сестрой. Это вообще что такое? Ну, хоть это не пришлось Зачем эти штуки? Это что, арт-терапия, а? Нет, голубые. Голубые глаза, холодные, как смерть. У кого голубые глаза? Смерть? Что еще за бред? Голубые глаза, волчьи глаза, стальной взгляд.
происходит? Тихо. Мне страшно. Алис, беги одна. Нет, нет, беги! 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 Давай! Не трогай ее! Беги! 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 Спасла Айрис, но заплатила за это жизнью. Звонарь охотится на девушек. Ну-ну, что? Что ты видел? Тебе лучше не знать. Бедняжка. Ее спасла сестра, когда их собирались сжечь. А вот ей она помочь не смогла. Помочь хочу. Айрис, ты в порядке? Ронан? Это Роуз. Она горит. Она вселилась. Я же сказал, не подходи! Кто ты? Я Джой. Тебе здесь нельзя оставаться. Санитары. Это все, мне конец. Ладно, возможно, Айрис это ключ ко всему. Помоги ей. Она пойдет с нами. Нет, вы ее не соберете. Так. Хочешь, чтобы ее били током? Она остается. Хочешь спасти ее? Уходит с нами. Выбирай. Так, подожди, я сюда заберу. Мне кажется, что про нас все знают. Не, никто не знает. Ну, мы же просто разговариваем, так ведь? Проходите. Без камеры. Что тебе еще не нравится? Куда тебе надо? И что, мне опять одна осталась? Эх. Сюда, в эту арку. Там никого. Почему мои самые страшные кошмары становятся все хуже? Так, сейчас разберемся. Не думала, что вновь это увижу. Ну? Что тебе известно про этот договор? Ничего. Рассказывай. Это бессмыслица. Погоди. Значит, он просто спросил, не знаешь ли ты про какой-то договор? Он не спрашивал. Хотел, чтобы мы признались.
что заключили договор с дьяволом. С дьяволом? Мы ничего ему не сделали. У него не было ни одной причины так поступать. Это психованный священник? Ни хрена себе. Одну девушку он топит, а другую сжигает. И где же я видел этот столб? Какой столб? Столб? Какой столб? Вот этот столб? Короче, смотри, отведи Айрис в церковь, убедись, что она в безопасности, потом встретимся. Ладно, пошли, Айрис. Так. И каким же образом выставка в музее связана с убийством Роуз? На этом мы закончим на сегодня. До следующей встречи.